succede un tempo. Как-то идентифицировать пользователя. Я буду еще взаимодействовать.
сцены Сталкера, которая ну, частично поддерживается Брайаном Фоксом, Хромом и тому подобное. Вот. Ну, я это на самом деле печально. То есть, конечно же, да, никто не мешает использовать, скажем так, программу. Например, те же самые веб-манифест у Apple реализован в качестве патентов. Но надо опять-таки сидеть, прописывать то же самое дело, то есть увеличивается время. Плюс использовать application crash, который крайне старый, крайне неудобный, плюс может постепенно начать отказываться, то есть оставаться его для мозгового избавиться, это не очень резонно. Вот. И, естественно, скажем так, по мнению, главный минус — это обнаружение. Потому что, например, на iOS есть App Store, на Android есть Play Market, на Windows есть что я могу прийти в какое-то место и поискать ремонт или снять какое-то приложение. В то время как покупающих такого практически нет. Конечно, есть что-то похожее на то, что нам нужно, например, Bing, который отображает специально для чего является дизайн прогрессивным по приложениям и ну, также автоматически добавляет его в таком случае в свой Store. Вот. Но, минусы вытекают из плюсов, крайне
с вот этой вещью. Он знает, что это за Бога. И что это за Бога? Физика Бога, да. Ну, то есть суть в том, что это просто экология для быстрого взаимодействия каким-то с физическими объектами. Основан на Пикене и Стоун, для внизу магнитного теста. По сути, это такое логическое продолжение чужих входов. То есть у нас есть девайс, который транслирует в пространство углы, ну, может, конечно, транслирует другой углы. Вот, можно как-то начать взаимодействовать с какими-то девайсами. Вот. То есть, скажем так, у нас 2016 год, и при этом наше взаимодействие ну, происходит через командную строку, по сути, из 5 годов, хотя надо как-то создавать эти вот сервисы для окружения. Вот тут очень хорошо используется физика Бога. То есть пример, что я думаю, так или иначе, когда мы хотя бы на жизнь, мы были на почте. А еще, скорее всего, мы стояли в очереди на почте. Это невероятно скопление людей, невероятно тратить времени. И как одно из решений, которое у нас в Минске используется, это такой терминал, к которому ты подходишь, тыкаешь пальчиком, он тебе выдает тикет, и ты уже смотришь, в каком месте ты находишься. Вот. И, но проблема в том, что это хронарное решение, оно какое-то невероятно нудное, очень трудно модифицируемое и так далее. Вот тут, например, приходит наш физик-пилот, который транслирует урну, мы ему перешли с телефона, получили свой тикет, бам, все. Если это произошло, мы ввели время пользоваться круто. Вот. Или же хороший кейс это собачья ошибка, что в ручном состоянии, например, мы по углу прописали, что если человек коннектится, то он получит сообщение «Привет, Бобик, клевый пес», а в случае, если он потерялся, можем, соответственно, поменять и сказать, что я Бобик, я потерялся, привет, я вам хозяин. То есть, клево. Но потом логические цепочки подумали, что почему нельзя взаимодействовать с Bluetooth-устройством напрямую. Потому что тоже у нас есть кейс, что мы приехали в какой-то отель, и там используется умная лампочка. Но для того, ну, понятное дело, что у нас лампочек миллион, приложение для разных миллион, то есть как же тебе все поддержать не будешь. Тело не скачивать, вводить свои данные, но это надо, нет, оно это не надо. Плюс, да, если ум девайса будет вокруг миллион, то если нас качать миллион приложение, это не очень клево. Вот, поэтому, что можно было заделить только ту ZPI, которая позволяет через браузер нам взаимодействовать с боевыми девайсами. При этом мы как бы развиваем идею сервисов по требованию. То есть мы захотели использовать какое-то там физическое устройство. Мы прошли по углу, взаимодействовали, все, прекратили. Больше нет с этим связанности. И это здорово. С поддержкой тоже все очень так себе. Потому что технология сейчас еще только в разработке, она, скажем так, перешла на стадию какой-то тестирования в качестве original trial, где можно подключить на самом сайте. Но по факту, да, все очень плохо. Но при этом, если заметить, то в том, что стоит маленький флажочек, что при том, что мы можем его включить, это нам достаточно что-то сделать. Кроме плохой, собственно, поддержки браузера, у нас есть еще ограничение, что да, мы будем за первое держать только взаимодействие с правильными устройствами, потому что вытекает из него концепции сервиса по требованию. Поддерживает только центральный роль, если это будет источником данных для какого-то другого центрального устройства. Можно взять данные на вкладку, и можно взаимодействовать только с сервисами, которые были указаны по поиску устройства. Суть в том, что я потом покажу кратко API, нам надо фильтровать все устройства, которые мы можем искать. Сделать это для того, чтобы даже в use case, когда у нас тысяча устройств, мы как пользователи должны были контролировать миллионы
такой сервис, получили сервис, получаем характеристику. После того, как мы получили характеристику, можно прочитать, записать или написаться на модификацию. Теперь давайте смотрим, да, потому что это встреча, теперь слайд. Но недостаток был в чем? Что нужен был application.
iOS 4, на моем iPhone 4, и я хочу как-то смотреть с девайсом, при этом он что-то мешает. То есть, если бы мешает, как по мне, скорее бы решается по этой задаче. Но, да. Скажи, во-первых, было я задавался, замечательно. Скажите нам, какими кейсами вы сейчас занимаетесь? То есть, функционал здесь мы имеем самое широкое применение. Что вы сейчас держите в фокусе своего? Честно говоря, это достаточно провокационный вопрос, потому что, скажем так, в этот весь доклад и вся вот эта вот исследование Бакатуса и Гуа, и вот эта вот вся смесь, это получилось крайне спонтанно, и, собственно, то есть это абсолютно был не рабочий проект, это был вне работы, просто понять, если у всех этих инструментов в будущем, естественно, насколько оно классное. Какие-то вот еще такие прикольные вещи, но дело в том, что это
все пока ограничено фантазией разработчиков, скажем так. Но то, что мы будем изобретать, пока что еще в экспериментальном состоянии, так что понятно, что человек будет делать угадает, пока он достигнет фантома финальной формы. Вопрос, а чисто теоретически покупая, если, например, в Европе и в Европе
Вот. Но, то есть, по сути, мы просто экономим ресурсы и время на разработку. Но по поводу интерфейса, да, например, тот же самый сайт AliExpress, у него есть его веб-версия прогрессивная, и ее можно добавить на рабочий стол. Поэтому, если ты сделал на iPhone, например, он будет с Android-ским UI, и так, не пользуется уже с сложившейся экосистемой, и ставить все дизайном, это как гвоздь в глаз. У нас сейчас остается время на один вопрос. К сожалению, у нас время на...